Героиня сегодняшней программы – учитель английского языка Ольга. Женщина с железным характером, но невероятно мягким и чутким сердцем. Ольга хочет видеть рядом с собой настоящего мужчину, готового не только подарить миллион алых роз, но и банально починить кран на кухне. Тяжело чисто технически, поднять тяжело, прибить тяжело, там, поменять дверь тяжело, это тяжело. Вася мне по возможности помогает, но все-таки, когда тебе 13 лет, ну, как будто дверь переставишь? Ну, что ты, конечно, один не переставишь, то есть сил у тебя нету, ну и навыка нет. Моей маме, конечно, кто-то в этом смысле нужен. Человек, который может по дому помочь, вот в бытовых именно условиях. Прибить дверь их миллион. А с точки зрения отношений, ну, какой мне человек может понравиться? Адекватный, нормальный человек, без перегибов. Так, ну что, где же Никита? Давайте уже, come to папа. Раз вы закончили мои, то сможете ли вы вот вертолет включить его и посадить? Так вот нажимаю сюда вот в эту сторону и что? Сейчас, сейчас. Опа. Стоять. Экстерьер у него приличный, правда, он сутулый. За строкой строчечка пишется легко. Все пути дороженьки сводятся в одно. Мы еще и крестиком вышивать умеем. Нет. У меня тут сюрприз для вас есть. Хуже представить себе невозможно. Я считаю, что должна решить сама. И самое главное, чтобы твой выбор был от сердца, и чтобы ты была счастлива. Свидание для мамы. С понедельника в 13:00.